специально для подписчиков канала «Зал суда». Ежедневная юридическая разминка. Сам себе адвокат. Сначала вернемся к вопросу вчерашней разминки. В Орехово-Зуеве мужчина напал на пенсионерку за кормление бездомных животных. Он обругал женщину, пнул ее собаку ногой, а затем несколько раз ударил пенсионерку. Что грозит мужчине? Правильный ответ. Ему грозит уголовное дело о хулиганстве с насилием на срок до 5 лет. Поздравляем всех, кто проголосовал за правильный ответ. Внимание, вопрос. В Москве открылся бар только для женщин. Мужчинам в бар вход запрещен. Что говорит о таких запретах закон? Запрет на вход мужчинам в бар, основанный только на их поле, может быть признан нарушением закона о дискриминации. Владельцы бара могут не пускать мужчин, согласно своему внутреннему регламенту. Голосуйте в сообществе, обсуждайте в комментариях, узнайте результаты голосования и правильный ответ завтра на канале «Зал суда».